Да ладно, какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Warface вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-нибудь пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май! Компания «Не так топка» представляет. Новый кактус. Или что заменит Warface? Это что выходит, ракуха? Все деньги, что я в Warface-то задонатил, все было зря? Нет, капитан Очевидность, ты сделал доброе дело. Улучшил чье-то материальное положение. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Моркет и капитан Очевидность. Разговор нынче горячий назрел. Так и наши разработчики во главе с Михаилом Хаймзоном создали новую студию. Pixagon Game. Нагибом пахнет. И они в данный момент разрабатывают таки нам новый кактус. На замену нашему уже порядком, признаемся, устаревшему Уорфасито. И дело в том, что да, уже другие ютуберы, блогеры выпустили на данную тему видео, однако, пожалуй, никто из них так глубоко не копался в этой теме, да. Потому что я собираю информацию о данном проекте аж с 2017 года. Именно тогда, в 2017 году, один из разработчиков по секрету, возможно, он был немного под шафе, я тогда не разобрал, на Варфесте, по-моему, поделился со мной некоторой информацией. Он сказал, что действительно готовится новая игра на замену Warface. Скорее всего, этот проект не будет называться Warface 2. В нем будет пересмотрена экономика и некоторые механики. А еще они говорили про какую-то масштабность. Королевской битвой попахивает. Нет, капитан Очевидность, это не будет королевская битва. Королевская битва, это, знаете, уже как бы битва избитая. Избитый жанр, избитая тема. И, конечно, да, можно сделать успешную королевскую битву, но ведь всегда хочется потягаться, скажем так, за топ-1. А тягаться с такой игрой, как Call of Duty Warzone, в разработку которой, наверное, было вбухано не менее 100 миллионов долларов, я думаю, примерно так, ну, скажем так, занятие так себе. И хотя там тоже есть что улучшать, но эта игра практически приблизилась к идеалу голодных игр. Поэтому с какими нашими сотрудниками-разработчиками я не говорил, они в большинстве своем считают, что королевскую битву сейчас делать точно не стоит. Кроме того, мне сказали, что данная игра будет обладать массой контента. В том числе и масса режимов. То есть, скорее, эта игра будет похожа на Warface, нежели на королевские битвы. Хотя я не исключаю, что режим королевской битвы, либо что-то похожее масштабное, там будет присутствовать. Как, кстати, возможно, и PvE. В 2017 году разработчик тот самый мне говорил, что PvE они точно планируют делать. Изменилось ли что-то с тех пор или нет, я не знаю. Но если нет, то, ребята, все как в старые добрые времена. Одним ПВП, другим ПВЕ. Ну а таким всеядным, как мне, все и сразу. А киберспорт будет развит? Капитан Очевидность, вот скажи мне, ты что, киберкотлет юный или что? Почему тебя вообще так интересует киберспорт? Я понимаю, что киберспорт это здорово, и мне в принципе он тоже нравится. И конечно же, это отличный способ прорекламировать игру в среде молодежи. Но меня обрадовало то, что разработчики конкретно мне сказали, а именно сам Михаил. Сказал, что, ребята, в игре может быть киберспорт, и он будет, скорее всего, киберспорт в этой игре. Но киберспорт в этой игре не является самоцелью. Главная цель этой игры — это подарить игрокам офигенный геймплей, а вовсе не киберспорт. И уж если игрокам очень понравится игра, ей очень понравятся соревновательные режимы, то, пожалуйста, можно проводить по ним соревнования. Это тот случай, когда я полностью согласен с нашими разработчиками. Ведь, в принципе, как таковой киберспорт, он возник из просто классных игр. Вспомним Doom, вспомним Quake. Да изначально никто не планировал делать киберспорт. Все планировали сделать просто увлекательную, классную драйвовую игру. То же самое было с Counter-Strike. Это ведь был вообще
обычный мод для Half-Life, и его разработчики, мододелы, хотели просто сделать реалистичный геймплей, а не как, скажем, в Quake или Unreal, чтобы ребята бегали с эмками, с калашами и стреляли, как вроде, типа на настоящей войне. А что из этого получилось? А получилось самая известная киберспортивная дисциплина в мире. Именно так. То есть все началось просто с попытки сделать хорошую игру. Поэтому здесь аплодирую стоя, киберспорт я считаю на вторых ролях. Ведь если в игре, извините меня, 500 000, допустим, онлайна, то киберспорт организовать не вопрос, и все будут довольны. А она сильно будет похожа на Warface? А вот тут, капитан Очевидность, вопрос очень сложный. Действительно, наши разработчики ни разу, начиная с 2017 года, не сказали мне, что игра будет похожа на Warface. Мне неоднократно говорили, намекали, что игра будет, скажем так, классной, и почти наверняка игрокам Warface она понравится. Но надо сразу заметить, что еще в 2017 году тот разработчик, который открыл мне планы студии, тогда еще Crytek Kyiv, на разработку какой-то новой игры, он сказал, что они не хотят делать очередную гонку вооружений. И это, вы знаете, с одной стороны, может кого-то обрадует, меня немного даже беспокоит. А как? Какой контент они будут добавлять в игру? Тот разработчик мне сказал, что у Warface большие проблемы с экономикой и балансом пушек. Мол, пушки лучше либо вообще не выпускать, либо делать это пореже. А экономику в стиле «давай-ка починим броню» надо вообще отменять. И в новом шутере, как он сказал, этого точно не будет. Никаких ремонтов, никакой вот этой хрени там, по идее, быть не должно. Опять же, если информация не устарела. А Pay to Win планируется? Капитан Очевидность, Pay to Win, знаешь, вопрос больной. Я надеюсь, что наши разработчики даже и близко не станут этим заниматься. Потому как все-таки у нас не Азия. И хотя этот метод продвижения игр, этот способ монетизации долгое время был на плаву, сейчас, в 2021-2022 идея так себе, прямо скажем. Мне кажется, это может очень сильно навредить игре. Но я думаю, что наши разработчики все-таки полностью не откажутся от этой идеи. И, скорее всего, будет что-нибудь а-ля танки или система карточек Warface, но только более, скажем так, гуманно. То есть, в принципе, если ты задротишь, ты будешь получать крутые пушки, но ты можешь получить их быстрее, на неделю, две или месяц раньше, если задонатишь. Я думаю, будет какая-то такая система. Но пока что, я думаю, об этом говорить рано. А скоро мы игру увидим. Капитан Очевидность, ну поскольку наши разработчики, дорогие мои зрители, объявили о том, что они делают новую игру, что у них новая студия и так далее и тому подобное, то я думаю, что в первой половине, возможно уже в феврале, они что-то расскажут про эту игру, возможно даже покажут эту игру. И я думаю, что как минимум до конца 2021 года будут либо новые какие-то выпуски информационные, либо, возможно, уже будет ЗБТ, закрытое бета-тестирование. Еще раз, друзья, чтобы вы понимали, игра вовсе не такая новая, то есть ее не сейчас стали разрабатывать. Наработки, скорее всего, начались еще в 2016-17 году. И сразу, чтобы вы понимали, это не будет Warface 2, это не Warface, это будет классный шутер, и, возможно, он заменит нам многим Warface, но это будет не Warface. Те люди, которые хотели сделать, скажем так, что-то очень похожее на Warface, взять большинство механик, сделать их по-своему, сделать классно, они ушли в студию в свое время Frag Lab и сейчас работают над шутером под названием Shatterline. Но будет ли Shatterline по вкусу игрокам Warface, это большой вопрос. Кому-то однозначно понравится, но многим, возможно, нет, потому что там совершенно другое графическое оформление, и игра графически, стилистически, скорее похожа на Apex Legends, нежели на более такой, знаете ли, наверное, все-таки можно сказать, реалистичный Warface. И это неудивительно, потому что Shatterline, она нацелена на западный рынок. Именно так, в первую очередь. И они, конечно же, вряд ли будут вводить Pay to Win, они, скорее всего, планируют пока что, во всяком случае, зарабатывать на косметике. А вот что касается новой игры от наших разработчиков, теперь уже от студии Pixagon Games, то тут вообще серая лошадка. С одной стороны, я многое уже вам рассказал, что, скорее всего, будет, что не будет, какие механики они хотят убрать. Я долго эту информацию собирал, но, как я сказал уже вам, друзья, за все эти годы, а более, получается, уже 3 лет, уже 4-й год, как я какие-то крупицы информации пытаюсь почерпнуть, я так и не узнал, как игра будет даже выглядеть. Представьте себе, что-то по механикам, что-то по геймплею. Также я знаю, что игра уже готова, как минимум формат. Есть карта, есть персонажи, есть оружие первоначальное. Тестируются механики. Это примерно информация год назад была, что игра в принципе плюс-минус готова. Изготавливается, кстати, игра на движке Unreal Engine. Именно так, именно на нем она изготавливается, а вовсе не на CryEngine. Но и тут нашим разработчикам можно похлопать. Молодцы, на одни и те же грабли второй раз решили не наступать. А ты будешь в нее играть? Капитан Очевидность, ну конечно я буду играть, будем пробовать, будем смотреть, а вдруг, друзья, действительно зайдет нам с вами. И конечно многие скажут, что не, да я в жизни больше не ногой. Но ребят, серьезно, кого вы обманываете? Если понравится, да очень даже, я думаю, будем играть. Разработчикам желаю удачи, я надеюсь, что у вас все получится, что у нас будет новая игра, более популярная, чем Warface, что это будет
топ-шутам, что это будет круто, что это будет классно и что это будет очень и очень интересно. И на засыпку, друзья, всем еще один интересный вопрос. Хайповый. Я пока информации не имею, но думаю, стоит над этим подумать. Дело в том, что старая студия Blackwood Games, она ведь осталась. И дело в том, что они дают информацию, что они тоже работают над новой игрой. Вот так дела. У нас есть Allot Steam, у нас есть Blackwood Games, у нас есть Pixagon. И все работают над какими-то играми. Allot'ы будут, скорее всего, поддерживать Warface, портировать Warface Breakout на ПК, заниматься всем этим, поддерживать Breakout. Pixagon будет работать над какой-то новой игрой, а Blackwood Games тоже над какой-то новой игрой. Неужто две студии над одной игрой? Или, может быть, нас ожидает сразу две игры? Кто знает, время покажет, но так или иначе, я надеюсь, что данная информация вам была интересна и понравилось данное видео. Если это так, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, сами понимаете, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.